Группа гражданских активистов Павлодарской области вышли из изоляторов, где их держали более полугода. Они благодарят граждан Казахстана за всемерную поддержку. Их не оставили в беде, и это помогло им не сломаться. Спасибо за внимание, спасибо, что мою семью, супругу моих детей поддерживали. Отдельное спасибо Барлуку Мендегадиву, я уже говорил, еще раз скажу. Всем девчонкам из Кахармана, 405-й, кто там еще, Веритас, все поддерживали. Активисты в боевом духе и настроены решительно. В изоляторе они получали передачи и письма с теплыми словами поддержки. Но еще много невиновных людей, которых держат в изоляторе с прошлого лета. Они не поддаются на угрозы и запугивания, потому что в них верят и за них борются. Каждый может принять участие в борьбе и помочь политпреследуемым пережить давление. Из-за репрессий они лишены возможности работать и обеспечивать свою семью. Каждый может пожертвовать 1000 тенге со своей зарплаты, чтобы приблизить день, когда режим Назарбаева будет снесен. Для победы необходимы участие и поддержка народа.